Всем привет! Моя новая посылочка от интернет-магазина «Мыло Опт» уже у меня. И сейчас я проведу быстренький обзор распаковки товара. Открываем коробочку. Здесь у нас накладная. Вот. И под накладной первое, что бросается в глаза, кокосовое масло, ведерко 900 грамм. Это Малайзия. Класс, твердое. Основа белая, килограммовая, с маслом манго. Это Беларусь. Вот, тяжеленькая. 500-граммовая, это у нас прозрачная, Великобритания. Дальше у нас идет вот формочку. Я заказывала немножко другой массажер. Ну, ничего страшного, будет еще такой теперь. И в следующий раз закажу все-таки нужный. Ошиблись, не ту положили. Здесь у нас баночка с распылителем. Это я буду делать спреи. Дальше у нас что тут? Масла пошли. Масло ши жидкое. Масло миндальной косточки. Это все по 100 мл. Основа для лосьона 100 мл. И у меня она тут не одна должна быть. Да, вот еще основа для лосьона. Дальше. Вот масло персиковое косточки. Немножко примялось. Пластик. Вот видите. Пластик, не стекло. Дальше, что тут у нас? Так, гидролат яблока, 50 миллилитров. Так, это у нас гидролат ягодный букет, также 50 миллилитров. И еще один ягодный букет. Так, что тут еще? И еще один ягодный букет. Это все для спрейчиков. Так, а это у нас экстракт ягод клубники 100 мл. Масло макадами водорастворимое. Производство Германия. Вот еще один гидролат яблочко. У меня в этот раз много гидролатика. Здесь у нас пакет с баночками. Она тут не одна. Давайте я покажу. Вот такая баночка на 100 мл. И к ней вот такая крышечка. Так, проверяем. Да, 5 баночек. Все правильно. Что тут у нас дальше? У нас тут дальше глина черная. Вот, по 20 грамм. Раз, два, три, четыре, пять пакетиков у меня. Все правильно, 5 пакетиков. Здесь у меня эмульгатор Оливьем. 1000, 10 грамм, вот такой вот он, такими хлопьями идет. И мои любимые маленькие баночки. Здесь у нас перламутр жидкий, золотой. Вот так он выглядит, если его потрусить, хорошенечко размять, он станет однородным. Вот такой вот. И также у меня есть здесь золото, именно краситель золотой, гелевый. Также у меня желтый, тоже гелевый. Дальше, дальше это у меня уже. Вот фиолетовый, такой макарончик, видите? Фиолетовый. Розовый. Тоже пироженки нарисованы. Как раз пироженки и буду создавать. Дальше лайм. Краситель лайм должен быть, по идее, очень красивый цвет. Будем пробовать. Так, это у меня уже отдушка пинаколада. Очень вкусненькая. Уже пробовали. Дыня сладкая. Это вообще бомба. Очень вкусно пахнет. Круче, чем арбуз. Хотя мне всегда вроде больше арбуз нравился. Но дыня вообще шикарная. Пахнет вся коробка дыней. Так, это отдушка мохито. Тоже очень приятный запах. Так. Дальше. Вот арбуз. Ну, честно скажу, что вот от этого российского я не в восторге. Он мне напоминает запах мужских духов почему-то. Ну, не знаю, может только мне. И напоследок у нас остался гелевый краситель абрикос. Тоже, думаю, будет очень красивый цвет. Можно будет с ним попробовать сделать
бисквитики, печеньки. Вот так вот. Спасибо мылу Опту за заказ. Все понравилось, все круто. Всем рекомендую. Заказывайте, не пожалеете. Ссылочку на сайт я оставлю в описании к видео. Всего хорошего!